Со 2 по 12 августа Чувашия впервые примет этап детского Кубка России по шахматам. Министр физической культуры и спорта республики Василий Петров на брифинге рассказал об особенностях проведения и ноу-хау всероссийских соревнований по самому интеллектуальному виду спорта. 8 комплектов наград будут разыграны среди мальчиков и девочек в возрасте до 9, 11, 13 лет, а также среди юношей и девушек до 15 лет. Сейчас уже зарегистрировано свыше 450 детей из более чем 40 регионов страны. Главной площадкой для интеллектуальных состязаний станет Ледовый дворец Чебоксары-Арена. Церемония открытия шоколадного кубка запланирована на 2 августа в Чувашской филармонии. Награждение победителей и закрытие турнира состоится 11 августа в Ледовом дворце Чебоксары-Арена. Партнером турнира по шахматам, который получил название «Шоколадный кубок», стала кондитерская фабрика «Аконт». Юные шахматисты будут соревноваться за эксклюзивные трофеи из шоколада. Специалисты компании приготовили ограниченную серию из 8 кубков. Все они ручной работы. Каждый весит порядка 700 граммов и изготовлены из натурального шоколада. Завоеванным кубком можно наслаждаться и хранить до года. Я уверен, что очень интересная борьба развернется. Лучшие юные шахматисты соберутся. Наша надежда нашей страны. И я думаю, они помогут в будущем вернуть ту былую славу, которая была у шахмат в Советском Союзе. Такие соревнования необходимы. Они должны быть по разным видам спорта. Мы будем дальше над этим работать, дальше совершенствовать спортивную инфраструктуру. Для этого многое делается в республике.